Супруга крестного отца металла Оззи Осборна Шерон накануне перенесла операцию по удалению молочных желез. Причиной столь отчаянного шага стало предраковое состояние телеведущей. У нее выявили особый ген, который повышает вероятность заболевания. Операция по удалению груди длилась 13 часов. Когда врачи сообщили мне о высокой вероятности заболевания раком молочной железы, я решилась на превентивную двойную мастектомию, потому что я уже однажды перенесла рак, и я бы не хотела вновь испытать этот ужас и прожить остаток дней под гнетом тяжелых мыслей о возможной болезни. Я хочу радовать близких и быть хорошей бабушкой для своей внучки Перл. Именно любимая внучка Перл, родившаяся 25 апреля 2012 года в семье Джека Осборна и Лизы Стелли, вдохновила бабушку Шерон на столь радикальные меры. Ранее телеведущая победила рак толстой кишки, который был диагностирован в 2002 году. При этом прогноз выздоровления у нее был ниже 40%.